Всех приветствую на своем канале, дамы и господа, у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в КС-очку и сегодня начинаем играть на замечательном эскейп-сервачке под названием Dark Professional. Это сервачок популярного ютубера зарубежного, вот поэтому сегодня поиграем, посмотрим, что данный сервачок вообще из себя представляет, как здесь играется. Сегодня я без привилегий, в следующем видеоролике, в принципе, будем с привилегиями, вот, поэтому сегодня решил показать вам данный сервачок, посмотреть, что он из себя представляет, еще раз повторяюсь, вот, поэтому сажитесь поудобнее, желаю всем приятного просмотра. В общем, суть мода такова, что мы должны убегать от заразы. То есть рандомным образом вот через 8 секунд сейчас появляется зомби, который за нами бежит. То есть можем быть мы, может быть другой какой-то игрок. Вот, и исходя из этого, вот видите, я стал. Мы должны заражать других людей, чтобы они не добежали до самолета, к примеру. Карты выглядят вот таким вот образом. Это одна из таких вот замечательных карт, поэтому, думаю, понравится. Посмотрим менюшку, этот сервачок на английском языке, то есть зарубежный, еще раз повторяюсь вам. Вот, будем сегодня все смотреть и тестить. Вот, первого заразили. Качаем левел, здесь вот левел 1. У нас, давайте посмотрим вообще на менюшечку, что из себя представляет. Получается, внизу у нас хпшки, армор, кп, левел 4 XP из 150. Так, Human Swing, вот, все, мы выиграли. Окей. Нам нужно убежать, я хочу прям убежать конкретно, чтобы успеть. Так, берем глок, здесь модельки вот такие прям красивые, очень красиво выглядят, очень замечательно. Так, берем сразу нож, ножи здесь тоже есть, поэтому будем сейчас все смотреть. Главное нам успевать первым вот так вот убежать от зомбаков. Надеюсь, сейчас не я им стану. Так, надеюсь. Так, мы все, первый зомбак есть, можем убегать сразу же, пацаны, все, отлично. Чего я и хотел, чего я и ждал. Вот гранатки есть, в принципе, мы взяли. Здесь темная карта, пока что ничего не видно. Давайте, опа. Вот так, заморозочка не активировалась. Еще одна заморозочка. Так, убегаем, убегаем. И давайте попытаемся отстрелить. Нет. Лучше убежим. Так, посмотрим, зомбак будет. О, зомбак уже здесь, нифига себе, пацаны. Так, давайте быстренько. Я уже чуть-чуть поиграл на этой карте. Увидел, как здесь она работает, куда нам нужно бежать, в принципе. Лабиринтики вот такие вот. Но думаю, вам понравится. Пишите в комментариях от 1 до 10, как вам вообще такая карта и такой мод. Как по мне, что-то прикольное, что-то новое и что-то необычное. Так, здесь арморы у нас лежат, которые мы благополучно подобрали. И сзади зомбаки, пацаны. Сзади зомбак, точнее. Вот, которого мы должны отстреливать. Здесь отдача прям лютая, нормальная такая вот. И мы можем вот так вот по зомбаку стрелять. Сразу же перезаряжаемся. Но он спокойно нас догоняет, вот. Все зомбаки, пацаны, поубегали от нас. Мы не можем ничего сделать, вот. И здесь мы должны ждать самолета. В принципе, такая маленькая карта таким образом выглядит. И все, это конец карты. То есть карта выглядит вот таким образом. То есть вот телепорт у нас сейчас идет сюда. И Human Swing, да, мы победили. Вот. Суть, я думаю, вы поняли. Карт большое здесь количество. Оружие эксклюзивное. Короче, все очень круто. Вот калашики такие прикольные. Дигл, где у нас Desert Eagle. Вот таким вот образом выглядит. Прям большой такой, красивый. Ну, прикольно. Сейчас я хочу показать вам менюшечки, что здесь есть. Прокачки зомбаков тоже. Все, все круто, все интересно и здорово. Так, надеюсь, не я первым зомбаком стану. Все, good. Ну, разрывайся, ломайся. Так, вот, все, отлично. Нормал, можем гранатку бросить и сразу же убегаем. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть вот такие вот сервачки, то есть что-то новое на канале. Будем обязательно снимать, играть и пробовать что-то новое снимать, вот. Так, это граната заморозка у нас получается. Можем сразу же в зомбака ее вот так вот, опа. А, уже два зомби, нифига себе, пацаны. Так, аккуратненько сразу же убегаем. Здесь арморы где-то должны быть, насколько я помню. Можем сразу же их сейвить. Так, нормал, я не знаю, что это за граната такая. Вот, ну, давайте. Опа, все, блин, заразил нас. И у зомбака жалко один прыжок только, всего лишь, пацаны. Так, и последний человечек у нас остается. А, нет, два. Я что-то думал, один. Угу. Так, и у нас есть какие-то вообще способности там? Нет. Но будем смотреть. Get Weapons, это нам недоступно что-то. Extra и Teams тоже недоступно. Вот, зомбаки, зомби-классы. Normal Classic,
Хизли танк на G вот способности, но это с 20 уровня, видите, пацаны, нам будет недоступны они. Получается, или Сен Хелл, короче, лечит с 30 уровня, психически какой-то 40-го, Кади Банш с 50 уровня. Так, что еще? Так, а пушки я не взял, что ли? Давайте возьмем эмочку, наверное. И П-250. Так, вот такой вот пистолетик. Все, берем и сразу же убегаем. Быстренько. Я уже чуть-чуть приловчился, так сказать, пацаны. Вот, поэтому мне не так уж и сложно здесь что-то... Ага, делать зомбак сразу же. Нифига себе, прям зомбаков. Уйма, уйма, уйма. Так, гранату, гранату, гранату. Вот, все. Нам лучше убежать. Убегаем, пацаны. Я, кстати, придумал, как мы сейчас сделаем. Смотрите, еще одна гранатка у нас. Вот, мы ее бросаем вот огненную. Тормозим чуть-чуть зомбаков. И смотрите, что мы сделаем. Мы становимся вот здесь. И попытаемся сейчас вот так вот по зомбакам. Опа. Ага. Короче, одного зомбака мы уронили. Вот, он отсюда уже не выберется никак. Окей, по классам зомбаков дальше, что у нас идет. Курунмес. Это шестой зомбакласс. 60 уровня. Ласти Роуз. Веном танкер 75 уровня. Токсик. Стрингфингер, короче, с 80 уровня. Лайт, короче, пацаны, очень много зомби-классов. И, 150 левелов. Вот, у нас 5 уже уровень из 150. Все, сейчас я понял, 5 левел апнули. Отлично, нужно заражать, нужно стрелять по зомбакам. И так будет апаться левел, и новые зомбаки нам будут доступны. Это все понятно. Здесь, кстати, всем фри випка. Вот даже в названии указано. Фри вип плюс КСО Эвенс. Эвенс, вот. Ивент такой, ивентик. Ну, нормас, нормас. Так, калашик, ой, эмочку берем. Какие еще пушки не смотрели? Ножи, вот, я не знаю, где смотреть ножи. Что-то нам недоступно. Сеттинг, настройки, хат меню. Стиль, короче, можем что-то менять. Лук это за 250. Ну, разблокировать, короче, можем все. Вот, и надеюсь, я не стану. Ой, найс, карта меняется, пацаны. На новой карте сейчас поиграем. Будет сочно, круто и здорово. Так, давайте. Опа, гранатку. Заморозили, я надеюсь, нет? Да, все, отлично. У нас есть время убежать. Убежать, убежать, убежать. Давайте бросаем, промахиваемся. Так. Ну, прикольно, вот реально с большим онлайном здесь, я думаю, прям интересно, интересно будет играть. В общем, я думаю, вы зацените данный сервачок, и если захотите какие-нибудь похожие сервачки, необычные, там с разными модами, по типу гонок, чего-нибудь такого вот уникального, что я никогда не снимал, то пишите в комментариях, будем делать разнообразный такой контентик. Вот, я надеюсь, карта сейчас поменяется или нет? Я последний, кстати, оставался. Карта должна была поменяться. Или в ближайшее время, как минимум, должна поменяться. Окей, что там дальше по менюшке? Settings — это настройки, model меню, настройки мода. Ну, в общем, это нам все не надо и непонятно. Вот, нам нужно что-то другое смотреть. И нам нужно убегать. Я стал зомбаком. Ну, такое себе, такое. Блин, практически. Экспук качнули бы, если бы завалили. Так, 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 так. И стреляют по мне. Я ничего сделать не могу. Так, и гранат у нас, ничего такого нету, пацаны. Так. Ну, дайте мне убежать за вами, пожалуйста, пацаны. Дайте мне вас заразить, чтобы качнуть левел. Левел качнуть было бы неплохо. Угу, все, нас сбросили. Как нам... У нас один прыжок, и мы уже запрыгнуть никак не сможем. Это вот локация такая стрёмненькая, вот. Но ничего страшного. Сейчас новый раунд будет. Нужно, короче, стрелять побольше по зомбакам, чтобы качалась экспишка. Это 100%. Вот, кнайф меню я нашел. Сейчас будем ножи смотреть с вами. Будем смотреть ножи, ножи, ножи. Быстренько давай меняйся. Ну и... А, у нас еще один игрок. Все, я понял. Можем понаблюдать, кстати. Кнайф посмотрим в начале следующего раунда. Change. Что там? Не понял. Deal. Что-то... Мой язык сменили, наверное. Да. Короче, язык, два языка. Русского нету, к сожалению. Вот. Супер VIP меню и Moderation меню. Получается, менюшка модератора. Вот. Так.
А где менюшка VIP-а, которая написана... А, FreeVIP. Здесь всем сразу же FreeVIP-очка дается. В плане того, что... Как это называется, братва? Вам два прыжка доступны. Там пушки какие-то прикольные. GoRTV. Напишем пацанам GoRTV. Вот у меня 5-й левел. У пацанов здесь вообще 96-е. Сейчас покажу вам ножи. И уже будем ждать смены следующей карты и поиграем немножко еще на следующей карте. Вот, думаю, тоже получится интересно. Самолетик улетел с пацанами. Вот, и все. И зомбаку тоже ГГ, я так понимаю. Да. Humans win, как всегда. Вот, но онлайн, кстати, растет. Видеоролик снимаю ранним-ранним утром. Вот, и у нас, кстати, карта меняется, братва. Пока карта меняется, вы можете поставить лайкосик, оформить подписочку на канал и, конечно же, нажатие на колокольчик. Мне будет безумно приятно, а вам тем временем несложно. И я буду стараться искать такие новые сервачки для вас с новыми картами, с новыми приколюхами и так далее. Вот, поэтому мы начинаем. Так, ух ты, какую-то пушку взял. Пикль какой-то. Пикль. Прикольно. Так, кнайф меню. Вот, пацаны, вот такие вот кнайфики здесь. Лазерные, руки-базуки, короче, что-то. Угу. Так, ну прикольно смотрится на самом деле вот данная локация. Так, окей, зомби вин. Мы здесь выиграли. Здесь два пака ножей, две страницы. Сейчас будем смотреть все. Остановились мы, получается, на чем кнайф? На Руи Стик, дальше Дуал Эйкс. Идет вот такой вот. Давайте покажу. Дуал. Ну, двойные, короче, лезвия, что-то такое. Вархаммер. Вот, кстати, вам доступен здесь будет, пацаны. Ага, и всем пофиг? На меня, да? Ну не, пацаны, по-братски. По-братски. Спасибо. Ни ножи не показал, ничего не показал. Ну ладно, будем сейчас смотреть туда эту карту. Как нам туда добраться, я вот не понимаю. И как? Типа, все, мы не успели. Вот. Появляется иногда. Иногда появляется. Я лох, пацаны. Но это как всегда. Ничего необычного здесь нету. Окей, как нам забраться? Я не понимаю. А, вот только сюда, что ли? Блин, ну странно. О, здорово. Здорово, брат. Брат, здорово. Здорово, я тебя ждал. А как он успел, а я не успел. Угу. Все, ну ладно, его там будут поджидать люди. Вот. У меня на самом деле в плане сейчас еще очень много сервачков таких вот новых, с новыми сборками, такие вот, которые я никогда не снимал. И если вы хотите продолжение, то обязательно ставьте, оформляйте лайкосики. И будет вам продолжение, будет вам все приколюшки. Приколюшки будут. Я бы удивился, если бы я и сейчас не залетел. Была бы печальная ситуация, пацаны, но... Окей, успели. Так, сюда вроде бы. Первый раз на таких картах. Не понимаю, что делать. Так, окей, и как нам? Вот так, все, окей. Здесь такая локация с зомбаком. Эти дамажут фигнюшки. Вот, окей, давайте. Опа, сюда быстренько залетаем, сюда. Ну, Вархаммер, вот, все, я думаю, вы заметили. Фривипочка здесь бесплатно. Давайте сюда залетаем. Смотрим, что здесь такого интересного. Мне самому просто интересно, ни разу не снимал такой сервачок. Поэтому без понятия, что как здесь играется. Но вроде выглядит прикольно. Что-то необычное, что-то интересное. Вот, ну... И все, мы не успели. Кейсик что-то босса... Короче, не могу читать, не понимаю. Так, ну онлайн растет. Онлайн растет однозначно. На каких ножах мы остановились? Вархаммер, Blue Combat. Получается, это вот этот голубой меч. Дальше Танатос Андроид. Вот такой. Менюшка, кнайф меню. Танатос меню. Так, надеюсь, нас не заразят. Ух ты, меня забустило. Повезло мне, все, можем убегать. Так, Танатос меню мы посмотрели. Так, дальше что у нас идет? Паренек здесь стоит. Упал. Очнулся. Гипс. Так, паутинки здесь нету, чтобы вы понимали. Ой, не паутинки, а этого. Как оно называется, братва? Парашюта. Вот, и без парашюта намного сложнее. Вот. Мы сразу же сюда залетели куда-то. Только я не понимаю, куда дальше, окей. Этот нож посмотрели.
Только я не понимаю, куда я бегу. Так, туда не знаю как. Мы застряли, короче, я не знаю, где мы. Танатос, Андроид мы глянули. Дальше Девил идет у нас. Я без понятия, куда нам бежать, пацаны. Вот это вот самая грустная ситуация. Куда паренек? Давайте за пареньком побежим. Надеюсь, он понимает и знает. А дальше Хаммер идет у нас. Ух ты, вот этот, кстати, Хаммер прикольный. Так он тоже кругами бегает, как я. Нормально ему, наверное, нет? И выбежал. А, или нет, или мы просто круг сделали еще. Да, скорее всего, мы круг сделали. И нормас. Дальше Катана. Выглядит вот таким вот образом Катана наша. Так, а здесь нельзя, окей. Пацаны прошаренные, видите? Все шарят, все знают, все понимают. Вот. Опа, и все, и остальные там для випов, получается, Мирейс какой-то, М9 Байонет. Так, и куда он пропал? Как нам пропасть? Пацаны, не понимаю. Куда он пропал? На, типа мы не успели, да? Ну, в общем, вроде так, вроде бы все показал вам, пацаны. Вот, если будет желание, обязательно заходите на данный сервачок. Сервачок прикольный, очень интересный. Замечательно, вот я бы так сказал, необычный, вот, поэтому у кого будет желание, братишки, все ссылочки на данный сервачок будут, как всегда, в описании. Айпишка, только айпишку могу сбросить, а все данные сервачка, я думаю, вы сможете здесь на сайте посмотреть. Вот, экспишка нам добавится, нет? Да, все, 5 из 150, а почему не засчиталось, мы же заразили паренька, не знаю, без понятия. В общем, вот так вот, братишки. Все ссылочки на сервачок в описании. Если вам понравился данный сервачок, обязательно заходите и играйте. Вот, с вас лайкосик, подписочка на канал, нажатие на колокольчик. Ну а с вами был Армзе Сидела. Всем хорошего, чудесного настроения. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.